В Большом выставочном зале Дома художников открылась посмертная выставка Бориса Мутовкина. Художник 10 лет назад ушел из жизни, но память о нем жива. Стараниями вдовы Натальи Мутовкиной с творчеством мастера могут ознакомиться все желающие. До сих пор на каждой из выставок появляются работы, которых еще никто и никогда не видел. Боре нет 10 лет, это 5-я посмертная его выставка, 10-я персональная и 5-я посмертная. Но каждая выставка, даже для друзей его, которые знали 40 лет, к открытию, потому что до сих пор появляются работы, которых они никогда не видели. И удивляются, откуда они появляются. Но это все Борина работа, и вот неисчерпаемо. Я благодарна всем за любовь и память о Боре. Творчество Бориса Мутовкина не было отмечено ни наградами, ни званиями. Однако художник прожил насыщенную творческую жизнь. Живопись стала для него главным делом. И в каждую из своих работ Борис Мутовкин вкладывал душу. Он был человек очень такой ранимый, мне кажется. Он был большой, такой чисто физически сильный, вот, но душа у него была тонкая. И я все время удивлялся, как он такими большими, могучими руками, в общем, так тонко мог писать. Вот здесь есть пейзажи, здесь нет. Вот специально так сделано, потому что он еще и пейзажи писал. В общем, очень лирические, тонкие. Художник работал в реалистической манере, доступной и понятной каждому. В его полотнах есть какой-то трепетный нерв, острое ощущение жизни, внимательность к природе, людям. Все это видно на его полотнах. На этой выставке очень четко прослеживается эпоха, время, в которой, в общем-то, пришлась его вот молодость, становление. То есть, в принципе, это время перестройки, о которой мы помним хорошо. Здесь вот есть работы, в основном, такие жанровые, натюрморты, какие-то бытовые сцены. Именно дух времени здесь передан очень хорошо. Вот. И мне кажется, что он был как-то сыном именно вот этой эпохи, какой-то бурлящий такой. И вот ему удалось это выразить, мне кажется. Борис Мутовкин был увлечен жизнью, влюблен в природу. Он умел быть разным, не изменяя себе. Наряду с драматичными работами у него есть удивительно светлые, одухотворенные. Художник умел видеть в обыденном что-то значительное и искусно доносил это до окружающих. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.